Всем привет! Сегодня покажу очень простой рецепт переработки яблок, чтобы затем использовать это как начинку для пирожков, блинов или на хлеб вместо варенья. Приступаем! Итак, наверное, все, у кого есть сад в доме или на даче, и где растут яблони, под деревьями собирают целую кучу яблок. Все время мне их жалко выкидывать. Для пирогов надо совсем небольшое количество яблок. И поэтому рецепты, где используется и перерабатывается большое количество, для меня очень ценные. Один из рецептов — это яблочный уксус. Он у меня уже есть на канале. И сейчас покажу еще один классный рецепт. Здесь можно использовать яблони. Вот это у меня зимние яблочки, то есть они в еду никак не годятся. Здесь летние яблочки, есть червивые немножко, есть подгнившие, все они пойдут в ход. Сейчас срежу все плохое и покажу, что я делаю дальше. Из лимона я выдавила сок и наливаю вот в емкость, в которую буду натирать яблоки. Если у вас нет лимона или, например, вам лень выдавливать сок, то замените его на лимонную кислоту. Но я скажу, на каком этапе ее добавлять. Но вот так вот яблочки лучше сохраняют свой цвет. Натираю прямо с кожурой. И теперь беру и эту массу раскладываю по банкам. Банки должны быть чистые, не обязательно стерилизованные, так как мы сейчас все будем стерилизовать вместе с банками. И сверху я посыпаю 1 столовой ложкой сахара с горкой. То есть на пол-литровую баночку идет всего лишь 1 столовая ложка сахара с горкой. Эту баночку я натирала уже без лимонного сока, поэтому сюда добавляю так вот немножечко лимонной кислоты на кончике чайной ложки. У меня даже это какая-то кофейная ложка, не знаю. Ну, совсем немножко. И опять же полную столовую ложку сахара. Беру по чуть-чуть, чтобы не просыпать сахар. И также накрываю крышкой и теперь буду стерилизовать. Заливаю водой по плечики. Довожу до кипения и после закипания стерилизую ровно 20 минут. Затем достаю, закручиваю, переворачиваю, укутываю до полного остывания. И все, можете зимой пользоваться вот такой вот чудесной яблочной начинкой. Таким способом можно переработать большое количество яблок и сделать прекрасную заготовку на зиму. Пользуйтесь на здоровье и приятного всем аппетита!